Рука об руку с циклами идут операторы break и continue. Оператор break прерывает цикл и передает управление на следующую за циклом строку. Он применим ко всем видам циклов. Оператор continue досрочно завершает текущую итерацию и начинает следующую. Разумеется, перед новой итерацией проверяются условия цикла. Это также применимо ко всем видам циклов. Когда у вас в программе несколько вложенных циклов, то операторы break и continue по умолчанию действуют на самый глубоко вложенный цикл. С использованием меток можно указать операторам конкретный цикл, на который они будут действовать, например, самый внешний. Метки в Java существуют только для операторов break и continue. Никакого go-to, к счастью, нет. Поэтому любителей спагетти-кода просим поискать другой язык программирования.